Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пуспинг, и в этом видео, да, это паричок, в этом видео этот паричок на мне не просто так, в этом видео я покажу, как повторить два ярких образа Клавы Коки. Поэтому садимся поудобнее, поддерживаем авансами это видео своими большими пальцами вверх и подпиской на мой канал. Если пальчик не липнет, значит основа под тени от Too Faced уже подсохла. Я ее предварительно нанесла на оба глазика, но начну, пожалуй, с первого глазика и первого образа. Графическими стрелочками яркого цвета, но это не все, он еще будет украшен стразиками в виде жемчужинок. И в самом начале для упрощения макияжа мой любимый лайфхак – с канцелярским скотчиком. Нарезаем маленькую полосочку и приклеиваем по линии стрелочки. Для текстуры металлик я возьму вот эту палеточку от марки Too Faced. Она полна текстур металлика. И самый приближенный оттеночек к макияжику вот этот вот. Я его нанесу кончиком пальчика на территорию подвижного века. Теперь можно смело начинать рисовать графическую стрелку ярко-розового цвета. Чем ее рисовала Клава Кока и группа стилистов-визажистов, я не знаю. Но я могу подсказать отличную альтернативу, которую я буду использовать в этом образе. И это альтернатива из светящихся лайнеров от марки 7 Days, обзор на который я тоже записывала. Все продукты, которые я буду использовать в этом видео, обзоры на которые я записывала, их я оставлю по традиции в описании под этим видео. Заглядывайте, все подробно, честно и интересно. И возьму, конечно же, розовый аквалайнер. Что такое аквалайнер? Это как напиток в 90-е, то есть просто добавь воды. Поэтому я возьму одну из этих тонких, четких, синтетических кисточек чистой кипяченой водички. Достану розовый аквалайнер. Четко, ровно, просто, быстро, да, именно так и получилось. Это не мой природный талант, это все дело сугубо практики, да, я самоучка, поэтому если эти макияжи могу делать я, значит легко сможете и вы. А теперь, когда наш аквалайнер подсох, можно наконец снять скотчик, так, оп, безопасно. И бюджетно, все-таки это канцелярский скотч. Украшаем территорию нижнего века, вот по области ресничек, белыми маленькими жемчужинками. Где их взять? Да, в принципе, в том же самом магазине для творчества. Стоит доступно, выбор большой, но, к несчастью, именно белых жемчужинок у меня нет. У меня есть схожие к ним, серебристые. Надеюсь, будет выглядеть идентично. И сажаем их на клей. Как их сажать и на какой клей? Обычно я сажаю их при помощи или зубочисточки, или же вот такой вот палочки для ногтей. И клей я обычно использую вот этот вот, самый банальный, самый простой. Белый при нанесении и прозрачный при высыхании. Освежает тушь на верхней и нижней ресниченки. И поскольку Клава Кока не использует, как правило, накладные ресницы в своем макияже, но я это я,
Поэтому я использую половину от ресниченки Huda Beauty Jade 13. Для второго глазика и образа я буду использовать также за основу металлика вот эту же палетку от Too Faced Chocolate Gold и вот этот металлический оттенок кончиком пальчика я нанесу на территории подвижного века. Подводку от Vivienne Sabo очень хорошая. Встряхиваем и рисуем маленький хвостик стрелочки, вот прям маленький такой, естественный. И для голубого оттеночка я возьму вот эту палеточку Revolution London Forever Flawless Eyes и вот этот матовый голубой оттеночек нанесу широкой синтетической кисточкой на складку между веком и подвижным веком. На территории нижнего века я наношу коричневые матовые тени из этой же палеточки. Вот эти вот. Вот такой зауженной синтетической буферной кисточкой. Освежаю тушь на верхних и нижних ресницах. И в моем индивидуальном случае, так же как и на правом глазике, я приклею половину от ресниченки Huda Beauty Jade 13. Украшаем губки прозрачным бальзамчиком от Mixit. Нарядно, стильно, модно. Так, поправлю паричок. Стильно, модно, современно, да. И в образе Клавы Коки. Какой макияж, глаз вам понравился больше всего? На правом глазике, на левом глазике? Или же в целом, нравится ли вам макияж и творчество Клавы Коки? Пишите об этом в комментариях под этим видео. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забываем поддерживать маленького креативного бьюти-пусика со своими большими пальцами вверх, подпиской на мой канал и не забываем поставить колокольчик, так как нас каждый раз в режиме через день регулярно ожидает что-то новенькое. Поэтому не забываем подписаться, колокольчик и лайк как самую лучшую для меня поддержку и награду. Ну а вам хочу пожелать крепкого здоровья, отличного настроения, только позитивных бьюти-эмоций и креативных бьюти-открытий. Всех люблю, всех целую. С вами была я, блондинистый Пусикус. И до скорых встреч уже через один день.